Ну, им надо тогда на этих своих формах сзади написать на Тумсо и отправить их всех сюда. Гелус, ассаламу алейкум, саваш. Не нужно отвечать этим рабам, почему тот или иной не идет на джума намаз. Они не дают ответ на вопрос, почему их хозяин придумывает аяты из Корана. Иллюзионист прием. Ва алейкум ассалям, рахматуллахи. А я и не отвечал им, брат. Это я просто рассказывал нашим зрителям о том, почему их это так беспокоит. И это был не ответ им. Они-то, в принципе, они-то и не задают этот вопрос в надежде на ответ. То есть это же не интересуются они, типа, объясните, почему они не говорят. Это они, типа, упрек такой делают. А мы просто разъясняем, почему этот вопрос их вообще, в принципе, волнует. Тумсо, а ты не думал, что ты являешься самой большой мечтой Кадырова? Вернее, взять тебя живым и перевести тебя в Грозный. Ну, им надо тогда на этих своих формах сзади написать «на Тумсо» и отправить их всех сюда. А нормально живут там у вас в Польше, говорите? Можно зарабатывать на жилье там? Не знаю насчет Польши. Я не живу в Польше, я живу в Швеции. Здесь, ну, живут здесь неплохо. Здесь тоже произошли определенные изменения. Вообще, в целом, по Европе цены выросли значительно, причем практически на все. На продукты, на питание, на жилье, на все выросли цены. Но это, конечно, не фатально. То есть, это не так, как в России. Знаете, цены растут, а зарплаты остаются. Здесь все-таки государство как-то эти моменты контролирует. Что касается работы и так далее, но здесь я, конечно, не помощник, потому что у меня такое положение, что я не работаю, поэтому это надо поинтересоваться у других. Вы называете референдум фейковым, но почему не с 91 по 93, не с 97 по 99 год в Ичке референдум о независимости так и не было проведено? Потому что референдум проводится, если есть какой-то вопрос, просто так референдумы не проводятся. Не было, то есть не было такой повестки, чтобы проводить референдум. Ни с 91 по 93 этого не было, потому что там законная власть Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, законно избранная, то есть по соответствии с международным законодательством и в соответствии с законами самого Советского Союза и РСФСР, избранная власть, Верховный Совет ЧАССР, созвал созыв чеченского народа, ну, съезд, провел съезд чеченского народа. На этом съезде была принята резолюция о провозглашении суверенитета. И затем вот эта законно избранная власть ЧССР принимает декларацию о суверенитете и переименовывает республику. Во-первых, выводит ее из состава РСФСР и делает ее Чечено-Ингушской республикой, ЧИР. После этого. И мы готовились войти теперь в новый СССР 2.0, как Советская Социалистическая Республика. Но сама история пошла по-другому. В России происходит ГКЧП, потом это проваливается. В общем, Союз в итоге разваливается, и нам уже вступать в Союз некуда. И тогда у нас... мы проводим выборы президента парламента и провозглашаем независимость. То есть здесь не было вот этого самого момента, когда нужно было спросить. Понимаете, этого нет. Если сам съезд принимает резолюцию о провозглашении суверенитета, затем народно избранная власть, легитимная с точки зрения любых вообще законов, она этот суверенитет провозглашает, затем сам этот союз разваливается, после этого мы проводим выборы президента, парламента. То есть, где здесь, вот куда в этой истории можно вставить референдум? Его некуда. А с 96 или 7 по 99 там вообще вопроса не стоит такого, потому что народ своей кровью, литрами своей крови пролитой провел этот референдум, показал, чего хочет наш народ. Брат Тумсо, я не так выразился, ПВО, наверное, нужно Кафырову против коптеров. Он очень трусливый, ведь на самом деле человек инфантил. Нет, маэстро, это очень поверхностное такое заявление, потому что ПВО он не использует против коптеров. Во-первых, коптер навряд ли вообще какие-нибудь радары засекут.
Во-вторых, ну, это ты представляешь себе цену коптера и цену одной ракеты противовоздушной обороны. Ну, я понимаю, если бы одним выстрелом ракеты ПВО можно было бы уничтожить там 200-300 тысяч таких коптеров, то эта овчинка стоила бы выделки. А так, ну, о чем ты говоришь, как можно отправить ракету ПВО, там, скажем, С-300 или С-400 против коптера? Конечно, нет. Коптеры, чтобы коптер обезвредить, там не нужно ПВО. Там нужна просто вот эта глушилка. На различных, вот если вы видели, всяких акциях, где запрещено снимать с коптера, там у полиции присутствует этот вот аппарат. Как только кто-то поднимает коптер, они просто его направляют и сажают его. То есть они полностью перехватывают управление этим коптером и сажают. То есть что нужно в данном случае? Нужно заметить просто этот коптер и после этого применить вот этот, вот, этот аппарат и, значит, перехватить его управление. Проблема с коптером в том, что его сложно заметить. Он маленький, он передвигается ли его. И обычно он их настигает в момент, когда они там где-то спят, отдыхают. Поэтому скидывает эти гранаты. Но ущерб от коптера, он... Это очень слабый по сравнению с какими-то ракетами, там, с Хаймарсом или с системами залпового огня. То есть это мы, этот коптер применяется против там, пехоты, грубо говоря, а те системы уничтожают целые базы. Так, Тумсо, тогда чуть конкретики. То есть твоя критика в адрес этого форума больше к показанной ими карте, а не к идеям, целям. Кстати, посмотри на их сайте декларируемые цели, верно, чтобы зафиксировать. Смотрите, даже не так я бы сказал. У меня, я вообще их не критикую, абсолютно. Это я просто высказал свое мнение, возможно, ну, не вовремя. Мне как, может быть, не вовремя показана эта карта, вот о чем я говорю. Но это даже нельзя назвать критикой, я абсолютно их не критикую. Абсолютно. То есть у меня нет к этому форуму вообще никакой критики. Просто как мысль, может быть, все-таки эта карта сейчас будет им как бы выгодна для того, чтобы объединить их ряды. Вот в этом плане я говорю. А это абсолютно я их не критикую. И да, в основном в то, что ты сказал, что просто, как ты сказал, не к идеям, к целям, а да, у меня нет никакой критики в отношении их идей, их целей, вообще того, что они сами там собрались, встретились, абсолютно никакой критики. Даже в отношении этой карты и то, как они это себе представляют, никакой критики. Просто мысль, может быть, это стоило повременить как-то, не сейчас это показывать.